В областном центре городе Туркестан с участием акима области Жансейта Тюмебаева состоялась церемония закладки фундамента нового здания фитнес-центра. Уже в следующем году жители областного центра смогут заниматься в современном спортивном комплексе. Площадь фитнес-центра составит 11 200 квадратных метров. Строительство объекта будет вестись за счет инвестиционных средств товарищества с ограниченной ответственностью корпорация Headway. Глава региона выразил уверенность, что в будущем данный объект внесет и свой вклад в формирование здорового образа жизни населения Туркестана. В современном обществе отношение к здоровью стало меняться. Модно не курить, не злоупотреблять спиртным и заниматься спортом. Каждый человек должен осознавать, что здоровый образ жизни – это его личный успех. Важнейшим условием здорового образа жизни является занятие физкультурой и спортом. Уверен, данный объект станет одним из любимых мест жителей и гостей города. Это уникальный проект. Это первый проект у нас в городе Туркестан. Здесь конструкция здания в районе 9000 квадратных метров. То есть это огромнейший комплекс со многими видами спортивных услуг. То есть это уникальный бассейн в районе 1000 квадратных метров. Это 25 метров длиной. Плюс мы запускаем первый детский бассейн. То есть это грудничковое плавание. То есть уже дети с малых возрастов, с 3 месяцев, могут заниматься полноценным фитнес-плаванием. Срок сдачи 2019 год. Клиентам фитнес-центра будут доступны 500 групповых программ по 40 фитнес-направлениям. Гульнара Шагдарова, Нурлан Алтынбеков, Туран-Ньюс.